Красавец, нежный, ласковый, мягкий, Мишутка по кличке Патриот. Продолжает искать свою семью. Длинношерстный лиловый мальчик. Стоимость его сейчас 50 тысяч рублей. Курносенький, не имеет никаких нареканий. Абсолютно здоров, правильный прикус. Очень красивая лиловая шерстка. Все на месте, все как положено. У мальчишки единственный недостаток – это не стоят крепко ушки. Поэтому стоимость его 50 тысяч рублей. Для любви, для обожания, для целования. Очень-очень покладистый, ласковый, нежный. Ну, вот прям вот малыш просто бархатное чудо. Да. Скажи, вот лежу себе на грумерском столе 1,5 метра высотой практически. И ничего не боюсь. Да, вот такой вот. Красотун. Посмотрите, какой у него носик. А зубоньки беленькие. Красавчик.